И водоросли, да, классные. Солнышко играет. И зелененькие, ну это камушки обросшие водорослями. Так, вот наше мелководье золотое. Песочек. Водоросли они у берега, а дальше просто песочек. Очень удобно, уютно. Ну, люди в основном там собираются, а мы здесь со своей любимой альпакой надувной, да? У нас еще есть ленивец дома, голубенький. Надо взять два круга.